Ganau, Ronen, Stein. Eins представляет только для вас и только из Испании на берегу Средиземного моря. Смотрите. Ну что ж, добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Давно меня не было. Планирую стрим в ближайшее время, все увидите. Сегодня я хочу показать вам вот эту вот каменную такую вот антенку. Вот такие вот шпили стоят у нас на вершине нашего местного храма под названием Мюнстер. По официальной версии храм начали строить в конце 14 века. Прежде чем строить, вам, естественно, все надо спланировать, подготовить чертежи, а потом воплощать это все на стройплощадке. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот так выглядят детали этого шпиля вблизи. Если кто-то работает по камню, посмотрите внимательно, вы вообще в состоянии повторить вот это вот зубилом и молотком? Если у вас это получится, я просто буду искренне за вас рад. А теперь мы просто устремим свой взгляд вперед на то место, где эти шпили стоят. Посмотрите внимательно на высоту этого небоскреба 161,5 метров. И попробуйте, пожалуйста, поднять эту примерно 3-тонную конструкцию на вершину этой типа церкви. Во время съемки у меня не оказалось с собой оборудования для замера электромагнитного излучения. Но я однозначно уверен, что внутри этого шпиля расположена металлическая конструкция. Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, знают, что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев.